Машинка крутит барабан. Наверное, все равно будет нормально слышно. Всем привет! На этой неделе у меня нет никакой вообще работы, никаких серьезных дел. И я решила попробовать снять влоги, осенние влоги. Влоги я вообще снимала единственный раз. Это было вот прошлой зимой в Влогмасе. Посмотрим, получится ли, будет ли классно, будет ли интересно мне самой в первую очередь. Но вообще записывать свою жизнь, свои будни, самые обычные, это классно уже хотя бы для того, чтобы потом, спустя какое-то время, их пересмотреть, как-то поностальгировать, вспомнить, что ты делал, чем занимался, как вообще твоя жизнь проходила. Так, что можно рассказать сейчас? Летом было классно засыпать под утро, просыпаться, там, ну, в общем, засыпать под утро, потому что уже светало, и, в принципе, день световой был длинный. Сейчас же очень хочется как можно раньше вставать, просыпаться и заниматься всеми делами, но продолжаем просыпаться где-то в 11-12, мне это не очень нравится, но пока складывается как-то так. Вот, сейчас я собираюсь, чтобы сходить в спортзал, может быть, пофотографируемся, как всегда, мой наряд, который я выкладываю в Инстаграме. Не делаю тоже из этого какое-то огромное дело. И вообще вот даже то, что я сейчас крашусь, это абсолютно, я не знаю, минимальная вещь. Никогда не понимала девчонок, которые могут часами сидеть за макияжем. Но если им это нравится, то окей. Мне вот вообще это абсолютно никак. Я лучше потрачу 5 минут, чем буду вот мучиться с этим своим лицом долго. Вот, кстати, продолжаем ходить в тот же спортзал, в который ходили и зимой в тех влогмасах. Я все так же лечу спину. Ну, то есть я занимаюсь, по сути, чтобы она не болела. Потому что, вот, допустим, в коронавирусный этот период, когда все было закрыто, не было возможности ходить, спортзал не работал. И, наверное, через 2-3 месяца у меня опять начались вот эти боли. В 2018 году у меня был острый радикулит, в общем, прям диагноз поставили, и там остеохондроз, смещение протрузий в позвонках, в общем, жесть. И было страшно больно, все это отдавало в ноги, вся эта боль в правую ногу. И был выбор либо постоянно практически быть на таблетках, или заниматься силовыми тренировками. То есть на спину, всякие гиперэкстензии, вот это все. И я выбрала уж лучше... Сначала я плавала в бассейне, то есть был другой спортзал. Опять же, зачем я это все рассказываю? Да чтобы потом в 40 лет смотреть, вспоминать, как все было, как мы жили, что мы делали. Мне всегда, кстати, это нравилось. Я с детства начала страдать этой фигней, типа снимать себя, фотографировать себя, записывать там, как я пою, под песни двигаюсь какие-то. И при этом никогда не хотелось становиться какой-нибудь... звездой или певицей. Просто вот казалось, что... Просто нравилось на себя со стороны смотреть. И пересматривать потом. И не было никогда от этого там кринжа, стыда какого-то. Потом с возрастом он появился. Но сейчас самое смешное для меня, что сейчас это делают все. Соцсети, ТикТок, вот. Ну, то есть все, что происходит в интернете, это люди смотрят на себя и показывают себя. И это же частично такой косяк нашего поколения, ну вот мне 27 лет, а тем, кто младше, это вообще, это у них, они родились уже с этой психологической особенностью, что нам нужно очень-очень много внимания, чтобы нас хвалили, чтобы нас как-то... Сделать мне маленькие стрелочки? Да, сделаю. Ну не то, чтобы восхищались, ну в общем, показывать себя кому-то где-то, вот. Типа, смотрите, какой я классный. Это вот просто... Делается даже не потому, что люди хотят вот действительно прославиться, заработать, а просто на себя со стороны посмотреть. По крайней мере, мне так кажется. Мне было так. Вот. И я уже сотни раз думала бросить это все. Я удалялась со всех соцсетей. Инстаграм удаляла 3 или 4 раза. Но про контакты я вообще молчу. Там уже только ленивый не удалялся из контакта. Вот. А потом как-то я поняла, что все, это норма жизни. Это было со мной всегда. То есть я всегда этим занималась, типа с 13 лет, еще когда интернета не было на телефон. Я говорю, этот Sony Ericsson был такой оранжевенький, и я на него себя снимала в 3GP. Вот. И что-то подумала уже, все, я взрослая, я все равно всякий шлак не буду в интернет выкладывать, за который будет стыдно.
и приму, что это норма нашей жизни, и что фоткать себя, снимать свою жизнь, это классно. И все сразу как-то стало гармонично, и стало пофиг, кто что подумает, кто из каких-нибудь там знакомых это посмотрит, как-то осудит. А тот, кто обычно осуждает, он сам либо не то что завидует, а как бы он бы хотел так же делать, но он не может без эмоций как-то, ну, спокойно на себя смотреть. Вот эта кисточка, она не, видно, она не предназначена для контуринга. Я заказала себе другую. Такой бьюти-блогер, я не могу просто. Сейчас про кисточки бы еще говорить. Короче, скоро у меня будет нормально. Она для этого вообще не подходит. Вот. Зачем я крашу скулы, когда иду в спортзал? Потому что мы будем фотографироваться. Буквально два снимка. Ну и потому что плюс я крашу уже не как сумасшедшая какая-то, так чуть-чуть. Вот, так, люди, которые осуждают. Осуждают же в основном более старшее поколение, которые при этом следят за всеми этими звездами телевидения и сами сидят много в интернете. То есть у них есть свой фон, который они смотрят. Нам же, а особенно тем, кто помладше меня, интереснее смотреть на таких же, как мы. Это не то чтобы вдохновляет, но становится классно на душе от понимания, типа, таких же людей, как ты, сотни, таких же там неказистых, в чем-то неудачников, ну, у которых, короче, тоже не все идеально получается, которые, допустим, не супер богатые, не супер знаменитые, простых людей. Вот и это классно смотреть на таких. И поэтому наши ровесники, у них даже не возникает такого, что фу, там, зачем ты подписан или зачем ты смотришь, они и сами такие же, и все это понимают. В принципе, я вот и все, вот я и накрасилась, я больше болтала на камере 7 минут, ну, посмотрим, сколько будет, когда буду монтировать. Кстати, моя косметичка. Ну, типа, тут мало, и это просто корзиночка. Удобнее, кстати, чем каждый раз вот этот замочек. В общем, я сейчас все в корзинках храню. О чем я парюсь сейчас? Про то, что я решила попробовать снимать влоги. Что это, конечно, будет отнимать много времени. На самом деле, ты же все равно не отдыхаешь, получается, этот день, когда ты снимаешь себя. Это во многом зависит от комплексов человека. То есть, если ты девочка, там кто-то не может просто с утра и начать снимать свое лицо, там одежду без какой-то дополнительных, без каких-то, я не знаю, преобразований. То есть, так как есть, свою жизнь показывают не все. Из-за этого это целый труд. Вот встать, что-то сделать с собой, подготовиться для видео. Я вот, допустим, к разговорным видео отношусь тяжело. Пускай там их смотрит человек 200, но это нужно поставить штатив, там настроить, то все. Хотя у меня ни света нет, ничего. Но, короче, все равно тебе нужно подготовиться. Вот эта подготовка, она и создает ощущение прям тяжелой работы. Ну а монтаж потом, и ты просто сидишь, в принципе, час-полтора, и все за компьютером. Я не помню, долгие видео я помню, я как-то монтировала и 3-4 часа, но в целом все это довольно быстро. Устаешь только от сосредоточенности, опять же. Ну я, вот опять же, а мое отношение к видосам и ко всему к этому. Из-за того, что я, в принципе, фотограф и занимаюсь фото-видеосъемкой, это вообще для меня, типа, я это делаю просто даже для себя. Много, много всего делается в стол, что никто никогда не увидит. А тут это хотя бы выложится, поэтому для меня это легко. Пускай все равно это деятельность, это какой-то труд. Извините, это не пресс-то создать. Вот. Но это, в принципе, довольно легко. И про подготовку и ощущение работы. Вот фотки, которые я делаю, про этичный гардероб, и вообще то, что снимаю наряды и так далее. Давно была такая идея, ну, не мечта, а действительно идея, чтобы еще больше себя полюбить, еще больше себя принять. Это очень важно для психики, для самоощущения, очень важно. И чтобы видеть свой стиль как бы со стороны, анализировать его, где-то улучшать. Опять же, я всегда была, ну, неодержима своим стилем, но мне нравилось, короче, выделяться тоже с детства. Вот, я хотела делать вот такие фотки, абсолютно обычные, то есть не ездить для фотосессии в центр города, там на фоне каких-то старых домов, а вот просто там, или дома, или вот у подъезда, у парадной. И я начала их делать, ну, такие снимки. И чем дальше, то есть, ну да, там сначала могла долго выбирать наряд, или фоткаться только тогда, когда действительно еду с кем-то гулять, ну, то есть как бы специально наряжаешься. Потом все переросло в то, что я абсолютно с нулевым лицом, то есть без макияжа, вот у меня сейчас двухдневная голова, вот там с двухдневной, с трехдневной головой. Ты идешь в магазин, ну как бы мы вот идем, да, вместе с мужем, и просто фоткаемся. То есть я пару раз покривляюсь, ну то есть туда-сюда похожу, и все. И это и есть самая классная фотосессия, для которой тебе никаких усилий вообще не пришлось предпринимать.
То есть ты просто, ты как есть, как бы вышел, ну, ты оделся в уличную одежду, вышел из дома, все, и готово. И это классно. Я бы очень хотела, чтобы как можно больше девчонок что-то подобное практиковали. Это нам, большинству из нас, это нормально, если вам не интересно, там, мода, стиль, еще что-то, но большинству-то интересно и косметика, и макияжи, и наряды, и вот какой-то уход за собой, там, типа, все перекрашивают волосики, блин, 200 тысяч раз в месяц, ну, ладно, в год. То есть это все, вся вот эта красота и мода, она окружает большинство девочек. И они смотрят на себя, там, после того, как посмотрят что-то в интернете, смотрят на себя в зеркало и думают, вот, блин, там, а у меня мрачный гардероб. А потом идут в Зару и покупают точно такие же черные брюки очередные или там какую-нибудь кофточку, которая просто балахоном висит и фигуру закрывает. А вот так, когда ты на себя будешь смотреть каждый день, не в зеркало, когда... Типа супер угол, стройно, все втянуло и так далее. Нет, а вот именно на фотографиях со стороны. Я еще специально на полтинник фотоюсь, чтобы не было никакого уменьшения, трансформации телесной. Вот, тогда ты просто больше понимаешь, как вообще ты выглядишь. Понимаешь, что тебе нужно купить, что тебе нужно в себе поменять. И из-за того, что если это выкладывать в интернет, то еще больше принимаешь себя. Ну не знаю, для меня это было просто супер. Я очень довольна, что именно этим летом, да, это после моего дня рождения началось летом, я вот стала это практиковать. Все, наболталась, пойду собираться дальше. Киса, кс-кс-кс, иди сюда, кс-кс-кс, иди сюда. Что-то думает себе на уме. Ну что, мы пришли со спортзала, потом еще там долго по магазинам ходили, но неважно. Там особо снимать всегда неудобно, потому что туда, в принципе, люди ходят, чтобы заниматься спортом и тренироваться, а не красоваться и снимать себя для видео и фотографий. Ну, я маленько записала разминку и чуть-чуть кардио. Вот, потом прогулялись, как я уже сказала, я сходила в душ. И сейчас буду обрабатывать фотки, которые мы перед этим сняли с моим нарядом, про который я уже говорила, что я снимаю. И вот, собственно, все, как мы кушали, я не снимала. Я говорю, я сейчас, у меня сегодня такой разминочный день, я привыкаю к ежедневной съемке, и я прекрасно понимаю, что это скучные дни скучного человека, но... Вообще так живет большинство людей. Разница только в том, что на работу еще надо ходить. Как и мне, собственно, когда-то. У меня даже есть видео «Мой обычный день», что-то такое. И там весь день, включая работу. Фотографии я сразу скидываю. Я никогда их не обрабатываю на компьютере уже очень-очень давно. То есть на компьютере я обрабатываю только рабочие какие-то съемки. А все то, что я снимаю для себя, неважно, это листочки какие-нибудь или... Сейчас, кстати, сниму полотенце. Скидываю через специальный переходничок все в телефон. И там в Lightroom, пресетами, все обрабатываю. И, кстати, провод, который сзади меня, это провод от нашего проектора. По-моему, да, уже по другим видосам было понятно, что у нас нет телека, у нас проектор светит на белую стену, и мы так смотрим фильмы, да и все, что захотим, в общем, посмотреть. Вон он там. Чё, припёрся? Иди сюда. Вот. Это у нас сушится постельное белье везде, где только можно, потому что отопления нет. И чтобы оно высохло быстрее, я его развешиваю везде по свободному пространству.
Так, я хотела показать, как, что я, собственно, делаю, как я обрабатываю. Надеюсь, будет нормально видно. Сейчас я сделаю, наверное, яркость поменьше. Да, вот так вроде в порядке все. Я уже маленько удалила лишнее. Оставила только то, что мне нравится. И я просто захожу в Lightroom. Добавляю их сюда. В принципе, ну, вот, пожалуйста, я применяю пресет. Ничего особо не меняется. Копирую настройки и вставляю ко всем остальным фотографиям. Все, они готовы к тому, чтобы поститься, чтобы я их запостила в Инстаграме с моим хэштегом про этичный гардероб. И опять написала какую-нибудь философскую мысль про общество потребления и вообще мои разные рассуждения. Я не знаю, я не отношусь к этому как к блогу. Я вообще не верю в блог уже давно. Как я уже сказала, это просто съемка своей жизни. Но мне нравится это делать. То есть все равно для меня это перечитывать, опять же, спустя какое-то время перечитывать это все. И встречаются же люди, которых ты, тем не менее, заражаешь там этой своей идеей. И у меня есть девчонки, с которыми мы потом переписываемся на эти все темы. Это классно. Я очень за это люблю вообще всю эту деятельность, интернет и все такое. Там, кстати, в телефоне меня видно. Ага. Стоим.